соперник, который на данный момент Индиане не по зубам. Да, ну и вот такое вступление по обоим. Ну а у Элемента, опять-таки, Корченко, два брата, молодые основные лидеры. Опять в прошлом матче эти два. По 23-му у нас появился Смолинов Александр, Заводцов сегодня в матче присутствует по 24-м. В нападение на эту историю, конечно же, Элемент будет успевать возвращаться. Заводцов и Корченко вдвоем аж ждали передачу на Шапира, забрали, и снова Леонид Корченко. Это защита зонная. Шансы для прохода на такой скорости не оставили. Трёха прилетает после ски. Возвращается Николаев Максим на площадку по 12 номерам Индианы. Вот классная разбежка на вынос с лицевой. И опять держит дугу. И опять не дают сейчас загрузить на Шапира передачу. И мгновенно на скорости Элемент прям... Да, Волохович показывает, что мало движения. Николаев, вторая дальняя трех. Матвей, Алексей, да, так хочется сказать, Матвей, Алексей меняет. Волохович, треха от Макса, ну, Индиан. Петров попытался опять тут сыграть через Кузнецова. Заводцов, очень сложный бросок, браво, Никитенков. Коллективом может заставить людей заглянуть. Ну, в 11:30, ну, как бы в 10, это все равно, что в субботу Кузнецов, в общем-то, Леонид, но забить из-под кольца не получилось. Чуть-чуть сложновато, мне кажется, для себя финал выбрал. Скажем так, в роли разыгрывающего Максима я вижу гораздо более понятным. И вот, пожалуйста, довели по дуге на Марголина, свободно. Опять-таки, такой подготовился, бросил, забил. Кузнецов здорово на скорости. Большую часть, по крайней мере, набранных очков Элемента сегодня, это именно забегание за спины и набранные очки. Ну вот Волохович с Марголиным решили на двоих, видимо, сейчас как-то включить Индиану, вернуть, оживить в игру. Безоговорочно вперед его в нападении. И дальше уже пытается разыгрывать. Попков очень тяжело было оттуда забрасывать. Но Волохович, вот палочка. Он и треху, как говорится, отгрузить. Здесь на подборе здорово команде помогает в нападении. Ну а тем, соответственно, появился Кисин. Ну вот на Корченко посмотрел, давать не стал. Заводцов хорошо открылся под кольцом. И вот со второго захода такой второй вал. Не решился бросать. Не очень удачно, как передача совсем в краску грузится у Индиана. Тем не менее, Шапира нашел там возможность выловить, обработать. Индиана подкралась. А здесь как же так, подбор-то проспали. Заводцов одинокий под кольцом стоял, забрал. И здесь снова Корченко. Нельзя давать так свободно. Близко было к тому, чтобы забрать этот отскок второго неточного штрафного. Но близко это еще не результат. А здесь просто от кольца до кольца. Ну и вот у нас десятка все-таки нарисовалась. Петров Олег появился под первым номером. По 23-м соответственно, совсем не выходит. Заводцов. Хорош проход от него. Ну, я говорил о том, что Заводцов в угол передачу. Иванов там не поймал, но Смольнов в углу оказался в нужное время и в нужном месте. Заводцов классный кат. Какой-то пульс этого матча для себя. Иванов. Денис через центр. Под Попова и с фолом. Ну, был не с пола этот мяч поднимать. Слишком низкая передача, но... Вроде поднять успел и бросить, но вот мяч в кольцо отказывается попадать. Кисин, как в первой половине было, например, там вот в первой четверти было очевидно, что будут пытаться заигрывать много Шапиру. Махович в очередной раз здорово на скорости, но привел весь Элемент уже тоже в защите. Николаев забивает. Здесь всего лишь 9 очков разницы, но владение за Элементом. Ох, какой Заводцов врывается. Просил Болдин долгую, но Корченко Леонид не стал тут все-таки неукосительно требованиям тренерским следовать. Нашел Заводцова. Напугал Петрова явно своим вылетом. Тот не попадает через центр. Какой вход, Волохович.
Индиана решила движение, понятное дело, комбинацию играют. Петров здорово в углу освобождается. На Заводцова Марголин рано прыгнул, А соперника атаковать, понятное дело, Марголин вылетал, но этого не случилось. Волохович вытащил мяч вперед. Трешка от Марголина, еще одна ни одного. Ну вот, да, штрафные Волоховича, возможно, лишат сейчас шансов каких-либо команду Индиана Прыва. Господи, у меня аж язык перестал работать. От Корченко, Леонида, Николаев со средней. Но это уже такие, мне кажется,